У нас в гостях Дина Ли. Дина, скажи, пожалуйста, я вот проходил мимо вашего стенда и увидел аромамаркетинг. Это что такое и на чем специализируется ваша компания? Как я понял, на ароматах. Да, совершенно верно. Аромамаркетинг – это такой инструмент, который зачастую используют в ритейле, в гастрономическом рынке, в отелях. Это мировая практика. Мировые компании давно уже внедрили это как в стандарт. В России мы как раз-таки являемся той компанией, которая несет идеологию в массы. А что такое аромамаркетинг в принципе? В принципе, это и есть инструмент, который очень хорошо работает. Используется он при помощи оборудования и ароматов, которые также должны правильно подбираться, и тогда задача, поставленная, будет решена. Задач, как показывает практика, очень много. Иногда аромамаркетинг может решать вопросы, связанные с повышением продаж, иногда он может решать вопросы с увеличением продаж, лояльности клиентской, покупательскую способность. Ну и, в общем, если есть неприятные ароматы, он тоже может это решить. Дин, то есть получается, потребитель, заходя в магазин, испытывает так называемые эмоции, связанные с ароматами. Совершенно верно. Смотрите, помимо того, что есть красивый интерьер, восприятие увеличится за счет того, что человек слышит запахи, и на фоне этого у него появляется уже визуальная картинка всего того, что он видит, более краше, более премиальный. Вот. И ароматизация в данном случае помогает достичь этого эффекта. С нами была Дина Али, третье чувство. Дина, и напоследок скажи, где располагается ваш стенд? У нас в этом году две площадки. Первая площадка находится здесь, в павильоне номер 8, стенд B41. И вторая локация находится в павильоне номер 7, FAR74. Да, приходите туда, мы вас ждем. Дина, спасибо огромное.